Всем привет, ребята! С вами Андрюша, и добро пожаловать на наш канал, где мы будем готовить бургеры. Вот у нас майонез, кетчуп. Мы из этого сделаем китченез, да? Да, китченез. Кола. То есть пепси. Да. Это как где-то мама приготовила на своем гриле. Да. Огурец. Логично. Салат. И там вон булки. Булки. И сыр еще забыл. Ну и сыр с беконом. Ну что, тогда... Приступаем! Мы уже приготовили кетчуп, кетчунес. Смешали майонез с кетчупом. Ну да, смешали майонез с кетчупом. Мы нарезали салат, огурец, подогрели котлеты и приготовили сыр. Да. Теперь надо мне... Приступим к приготовлению. Ну да, приступим. Берем нижнюю булку и верхнюю. Нижнюю. Да. Верхняя-то у нас с семенами кунжута. Так, берем и вот так вот намазываем. Размазываем по всей поверхности, да? Да. Угу. Но, по-моему, хватит. Да, достаточно. Положи ее. Сюда, что ли? Так. Теперь салат. Да. Салат. Салатик. Салатик. Так. Теперь огурчики. Еще можно огурчиков положить. Давай. Так, теперь сыр. Вот сверху надо брать тот, который, сыр. Иначе все там слипнется. Так, давай. Сюда. Кстати, прикольно. Теперь... Котлета. Да, котлета. Положи, не держи на руках, Андрей. Ну и... А теперь эту часть смазывай. Так. Угу. Вот. И мы хотим сделать двойной бургер, и мы еще сюда положим листик салата. И еще один... Сыр. Еще один сырок. Теперь это все вот так вот. Соединяем. Так, давай. Угу. Первый бургер. Первый бургер у нас уже приготовился. Теперь второй. Угу. Так, это мы его сюда убьем. Ну, Андрюшка ускорился уже. Так ты поближе ты себе возьми в руки, чтобы ничего не текло, Андрюш. Так, так. Возьми в руки булку. Так, все, теперь раз салат. И два салат. Так. Сыр. Огурец. Так, огурец. Ну так вот аккуратненько ты их сложи, ты как-то все криво получилось. Вот так, один, два. Не спеши, куда торопишься-то. Отлепляем. Ты клади хоть равномерно как-то на булочку, а то получается, что не на булку. Угу. Можно еще один огуречек положить сверху, вот так. Ну вот. И бургеры у нас теперь готовы. Да, готовы. О, давай попробуем? Да, давай. Пока, наверное, только один салат там откусил, да? Так нет. Держи его, не выпускай из рук, ты попробуй еще. Там до серединки надо добраться, главное. Подписчики, это очень вкусно. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Готовьте бургеры, если хотите. Пишите в комментариях, как у вас получилось обязательно. Да, пишите в комментариях, как у вас получилось. И всем пока!